Всем привет, дорогие друзья. Сегодня я в первый раз буду играть в игру The Lost Land на Roblox. И будем ее изучать вместе с вами. Давайте тогда настроим нашу аватарку. Возьмем такую прическу. Окей. Ну и давайте нажмем кнопку play. Так, мы появились вот в таком месте. И я так понимаю, нам нужно тут сейчас добыть ресурсы. Так, справа у нас снизу есть наши параметры. Так, посмотрим, что у нас есть в инвентаре. Это у нас бутылка воды и фрукты. Так, и сейчас посмотрим, что мы сможем сделать из этих ресурсов. Так. Сделаем обычный инструмент. Даже не знаю, что сейчас происходит. Да ладно. Так. Хорошо. Видимо, просто пошел дождь. Угу. Скоро будет торнадо. Так, нам нужно тогда поменять предметы местами. Так, у нас 5 стрел. Что ж, еще? Давайте уйдем подальше от этого торнадо. И добудем себе немного еды. Да уж. Так, нам быстрее нужно зайти в воду, чтобы потушить себе. И лучше нам отсюда уйти. Так. Немного восполним себе дорогу. И добудем немного у меня.
Так, давайте найдем какое-нибудь место для того, чтобы поставить то, что мы поставим. Так. Допустим, поставим костер. Да уж, у нас попала молния. Из-за дождя мы не можем костер разжечь. Ну хорошо. Добудем немного железа. Сделаем крытие нам. Если можно, перенесем костер. Что мы можем сделать теперь? Сделаем предметы из камня. Так, это нам больше не нужно. Отлично. Что ж, добудем тогда это у нас. В общем, данный материал. Да. Так, все, мы все заменили наши предметы на каменные. И можем пойти поизучать карту. Так.
Похоже, нам нужен плод. Так, давайте попробуем его сделать. Что ж, похоже, мы не сможем его сюда поставить. Ну хорошо. Так, давайте попробуем сделать седло. И поставить его на камень. Соберем немного ягод и томатов. Так. Как нам приготовить еду здесь? У нас всего 200 монет. Так, мы можем посмотреть, в какой части карты мы оказались. Как же нам использовать костюм? А что если кинуть в костер еду? Действительно, как она готовится? Уж. Тогда не могу подождать. Так, выпьем немного воды и добудем еще ресурсов. Давайте попробуем победить эту змею. Что ж, это было довольно просто.
Так, интересно, куда идет этот водопад? И тут у нас есть какая-то пещера. Так, его мать победить не сможем. Или же мы можем попытаться. Нам нужно просто сделать еще немного стрелы. И все. Давайте зайдем в пещеру, чтобы развести там костюм. Нам нужно дерево. Так, давайте кинем всю ту еду, которая у нас есть. Грибы у нас никак не готовятся. Что ж, хорошо. Так, давайте посмотрим, какие предметы еще мы сможем сделать. Сделаем тогда меч и топор.
Что это было? Добудем еще одно материало. И что дальше? Ну что ж, похоже, тут у нас теперь падают метеориты. Так. Можем ли мы что-то сделать с этим метеоритом? Да, можем. Интересно. Ну что? Ладно. Так, нам нужно 10. У нас. Всего 3. Ну хорошо. Ого. Давайте попробуем уничтожить это растение. Да уж, я бы не стал к нему близко подходить. Из него выпала только монетка. Ой. Да уж. Это была глупая смерть. Да уж, мы появились где-то во льду. Интересно, смогу ли я добежать до туда, где я был? В принципе, я, конечно, могу.
Но я, к сожалению, не думаю, что к тому моменту останутся хоть какие-то мои вещи. Если мне все же повезет. Ну, что-то из этого осталось. Давайте тогда сделаем бойню. Так, отлично. Интересно, смогу ли я покататься на этих динозаврах? Сейчас мы это проверим. Сделаем 22 на всякий случай. Здесь нас уносит течением. Тогда мы сделаем плот. Ну, блин. Не самое лучшее расположение. Так, давайте попробуем поставить седло на динозавра.
Есть чего? Это сработало. Только как теперь мы не возьмем? Да. Сделаем так, я тоже такое окончание. Да и все. Мы можем теперь с этим динозавром ходить. Так. Думаю, мы сможем перейти эту реку. Да. И тут у нас какой-то город. Это у нас деревня. Зайдем в будущее. Что тут у нас? Интересно. Допустим. О, господи. Ну, кому интересно, можете посчитать. Что у нас? Что это было? Серьезно? А, ну-ка, видимо, мы еще здесь можем подбирать всякие разные предметы. Так, здесь у нас фруктовый рынок, где мы можем купить разные фрукты. Ради интереса куплю одну. Здесь есть квест. Это стоит монет. Что у нас внизу? Интересно. Что ж, предлагаю тогда отправиться в путешествие. Так что нам для этого нужно?
experience 25. Ну хорошо. Ну окей, может не так. Ну что ж, ладно. На этом, я думаю, буду заканчивать первую серию прохождения этой игры. В следующей серии мы, наверное, поставим лодку. И поплывем на этот остров. Или же на этот. А на этом все. Всем пока.